Окей. Погнали. Деньги. Аптечка. Деньги. Патроны. То есть сколько? А. Ну, короче, 108 патронов это максимум. Ну, если у меня максимум патронов, почему бы не пострелять? Стоять. Что сердце демона вообще делать? И все, вот это вот дает. Так, ладно. Ну, потратил бессмысленно, короче. О, let's see if he brought some decent weapons. Так. Ooh, now who in their right mind would leave? Oh shit! Please explode! Please explode! Please explode! Please explode! Come on! Ha! Cowabunga, assholes! Let's go! Cowabunga! Ну, наконец-то я хоть пострелять могу с удовольствием. О, да. Anything else I should know about? Probably, but I don't want to upset you. Too late. Короли. Ненавижу королей. Говорит, что прям символ надежды, но... Ту-ту-ру-ту. Нахрен мне этот аптечек. Just stand there and breathe. Look. They sure do smell like burnt taint when I do that. Очко кармы.
Уровень ярости первый. Уровень ярости 2. Ничего не понял. Но я понял, что я что-то получил. Так. Ну, why not? Блин, револьвер мне в этой игре вообще не нравится. Так, дают слишком много боеприпасов. These ancients, why do they want the Nobitsurakage? The ancients are immortal beings. They rule the Shadow Realm, and nothing can challenge them. Okay. Except Король. This sword. Ah, so they want it? Yeah. Так, хорошо. Ладно. О, давай, 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 давай. Ну, почти то, что я хотел. Иногда вообще не понимаю, как это работает. Чего? Щитё. Чё, блин? Ancients, why do they want the Nobitsurakage? The ancients are immortal beings. They rule the Shadow Realm, and nothing can challenge them. Okay. Except for this sword. Ah, so they want. А ну не. Алло. Ты чё? Ты чё такой? Алло, алло, ты чё? Ничего себе, кролики ебу спаривались. Так, кролики. Теперь я вас что-то начинаю недолю. Так, не жать на shift, не жать на shift, не жать на shift, не жать на shift.
Нет, короли. Не-не-не-не. Вы как-то странно себя ведете. Чё он летает-то, ё-моё? Flying ones too. Ничего себе. Так, тем не менее, количество денег у меня все больше и больше. Ладно. Достижение обезглавливать. Неплохо. Окей. Кстати, сверху там что-то есть. А, кстати, вот начал проходить одну очень старую стратежку. Ну, чисто для себя, потому что на канал это точно не пойдет. Да, неплохая пасхалка, опять же. Так, ладно. Причем я, кстати говоря, читал разрабы Shadow Warrior, да? Они напихали в свою игру достаточно много пасхалок на... Ну, во-первых, другие игры, да, которые они сами разрабатывали. И, по-моему, которые они еще издавали. Ну, издавали, да.
Ну, создавали и издавали, да, скажем. Ну и на классический Shadow Warrior. На каждом уровне есть своеобразная подсказка. Где-то целые фрагменты. С оригинального Shadow Warrior, да? Где-то вот чисто вот такие вот кусочки пиксельные. Ну, тем более, why not? Why not? Тем более, давно считал то, что если эти разрабы не пихают пасхалки от предыдущих игр, ну, созданных собой или изданные от них, да? Ну, короче, вы поняли, да? То они сами считают то, что игра была провалом. Вот. Я так считал, считать буду. Ай, тихо. Короче, они считали эту игру провалом, да? И поэтому они больше ее не вспоминают. Я так считать и буду. Тихо. Вот, например, в Сэме из части в часть, ну, в селю Сэме, да, там была пасхалка, связанная с разрабами этой игры. Анархист, уровень 1, уровень 2. Достижения. Что-то достижения льются легко и как-то немного не по себе. Ой, короче. Меня задолбало, я сейчас всех зарежу, короче, нафиг. Всех зарежу, порежу на шаурму адскую. Вообще офигели. Ой, все, короче.
Во имя самурая и Ашота. Сдохните нахрен. Чего ты? Как работает вообще система оценки в этой игре? Так, я трёл перерасчеты.